Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Всем привет! Сегодня воскресенье и сегодня мы подведем итоги конкурса. Всех хочу поздравить с первым снегом. У нас снег уже выпал, у кого-то может быть раньше выпал, но это не важно. Снег, хорошее настроение, чистые светлые улицы – это хорошо. А теперь давайте подведем итоги конкурса. Значит, сколько же человек поучаствовало в конкурсе? В конкурсе поучаствовал 101 человек. Я форму не заполнял, так что будет 101 участник. Отключаем прием ответов, обновляем страничку и давайте посмотрим. Что у нас получается? Сделаем табличку. Вот, значит, у нас табличка. Разыгрывать мы будем со второго номера по 102. Со второго по 102 номер, и получается 101 участник. Давайте зайдем на сайт Random и узнаем первого победителя. Со второго по 102 номер. Нажимаем 3 раза. И становится победителем у нас номер 99. И номер 99. Станислав Марченко. Давайте зайдем на его страничку ВКонтакте. Станислав Марченко. Проверим, сделал ли он репостик. Да, репост есть. Теперь проверим, есть ли он у нас в группе. В группе он тоже состоит. Добавляем его в друзья и свяжемся с ним в ближайшее время. Что ж, поздравляем Станислава Марченко. Он стал победителем. Он выиграл вот такую вот лампу. Вот такую вот лампу может выбрать любую из 7, из 8 даже здесь. 8 разных ламп. 8 вот таких вот светильничков. Сможет выбрать любую из них. А сейчас давайте посмотрим, кто у нас выиграл утешительные призы, занял второе и третье место. Посмотрим, кто занял второе место. Номер 45. И номер 45 это Шушминцев Сергей Георгиевич. Посмотрим на контакт его. Это не тот. Вот он ВКонтакте. Проверяем по участникам группы. Да. Есть, в группе он состоит. Давайте проверим, подписан ли он на каналчик. Есть, подписка на канал есть. Кстати, я забыл проверить на подписку. Сергея Марченко. Забыл проверить на подписку Сергея Марченко. И давайте проверим его, нашего победителя. Подписан ли он у нас на YouTube, на канал на мой. Да, подписан, есть, Китай стал ближе, значит подписан, все. Значит, что у нас? Сергей Шуминцев получает у нас 100 рублей, занимает второе место. И теперь добавляем его в друзья.
добавляем в друзья. И теперь давайте найдем третьего победителя, который получит утешительный приз, займет третье место и получит 50 рублей. Номер 95. Владимир Гончак. В группе он состоит. Теперь давайте найдем его. Подписан ли он на канал YouTube? Да, подписан. Вижу каналчик свой. Вот он. Вот он, третий победитель. Третий победитель. Значит, вот три наших победителя. Вот первое место, второе место и третье место. Третье место получает 50 рублей. Выявили мы трех победителей. А на этом все. Прощаюсь с вами с конкурсами до следующей недели. Новое видео выйдет в понедельник. Прощаюсь с вами до понедельника. Всем пока, всем удачи, всем хорошего настроения. С вами был Владимир, был канал «Китай стал ближе». Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Всем пока!